Здравствуйте, ребята! Ну что, сегодня мы сейчас еще будем писать с вами одну буквочку, вернее, две буквочки, будем вспоминать, как они пишутся. То, что вот мы проходили на прошлом занятии, это буквочка T и буквочка F. Все не так уж просто, как нам кажется на первый взгляд. Значит, помним, что мы пишем всегда аккуратно, без наклонов, и стараемся делать все качественно. Значит, буквочка T. У нас одна и вторая буква начинают писаться сверху. Никаких крючков непонятных. Буквочка начинается писаться сверху. Точечка и вниз. И палочка. С кем мы тренировались в прописях? Вот у вас, пожалуйста, T. Буквочка F тоже начинает писаться сверху. Мы начинаем писать с крючочка. Вот точечка. И вниз у нас идет крючок. Никаких вот таких вот букв. Именно сверху вниз. Сверху вниз. Проводим. Ну, соответственно, два новых слова. Это слово Terry, книжка, и fig, инжир. В качестве домашнего задания у вас несколько упражнений именно в данных распечаточках. Значит, мы с вами работаем. В этом задании вам нужно обвести и разукрасить правильную буквочку, с которой начинается данное слово. Например, в первом случае у нас lion, поэтому мы обвели и раскрасили буквочку L. А во втором задании вам нужно подписать, соединить и написать буквочки, чтобы получились дополненные слова. Так. Опа. В следующем задании тоже такое, в принципе, задание. Нужно соединить слова с циферками и вписать Т либо Ф, то есть T or F. Например, to. И последнее, которое домашнее задание, у вас стоят буквочки I, E, L, O, T, A. И нужно найти в словах данные буквочки, обвести и научиться данные слова читать. Sex, pink, bike, fingers. Hello, yellow, rubber, leg. Blue, pencil, apple, puzzle. Window, dog, doll, nose. Eight, cat, teacher, hat, bag, orange, ball, hand. Почему здесь у нас читается не «м», не «р» такой звук у нас, а «о», потому что у нас буквочка, если у нас после буквочки «а» стоит «л», либо две буквы «л», оно будет читаться как «о», «бол». Не скажешь «о», получишь «кол». Окей, so, надеюсь, все понятно. So, see you on Thursday. Goodbye.